Всем привет! Сейчас мы быстро научимся настраивать гитару на сайте tuneronline.ru. Зайдя на сайт, вы видите окошко тюнера, в котором нужно нажать кнопку «Разрешить». Далее, прочитав информацию под тюнером, мы узнаем, что каждой струне на гитаре соответствует буква английского алфавита. Следует заметить, что при настройке гитары через микрофон следует устранить все шумы, кроме, естественно, звука гитары. То есть, настраивать гитару нужно в полной тишине. Настраивать гитару мы будем с первой струны. Поднесем микрофон как можно ближе к гитаре и начнем настройку. Давайте сыграем открытую первую струну. Мы видим, что тюнер показывает отклонение, и наша нота окрашена в желтый цвет. В нашем случае нам нужно натянуть струну до окрашивания ноты в зеленый цвет. Как только мы видим, что нота окрасилась в зеленый цвет, мы перестаем крутить колок. Первая струна настроена. Далее по аналогии настроим остальные струны. Сыграем вторую струну. Мы видим, что опять тюнер показывает отклонение, и наша нота окрашена в желтый цвет. В данном случае нам нужно ослабить струну до окрашивания ноты в зеленый цвет. Так же, как и с первой струной, перестаем крутить колок, как только нота окрасится в зеленый цвет. Вторая струна настроена. По порядку настроим остальные струны. Настроим третью струну. Третья струна настроена. Давайте перейдем к четвертой струне. Далее пятая струна. И, наконец, шестая. Вот и все. Мы настроили гитару. И в окончании я расскажу, как решить самые распространенные ошибки при работе с нашим тюнером. Вместо тюнера белое или черное окошко, что вам делать? Во-первых, перезапустите ваш браузер. Во-вторых, нажмите Ctrl F5 и очистите кэш браузера. Если это не помогает, запустите другой браузер. Или просто пользуйтесь Google Chrome. Вместо тюнера надпись Update your flash, просто обновите флеш. Если вы не знаете, как это сделать, погуглите. Вы пытаетесь настроить гитару, а тюнер не реагирует? Включите свой микрофон. Или поставьте свой микрофон ближе к гитаре. Если это не помогает, купите себе новый микрофон. Всем пока! И всем успехов в настройке гитары через наш тюнер.